Быть победителем и быть побежденным – одно и то же. Ты слишком заботишься о том, чтобы нравиться людям или чтобы любить их самому. Человек знания любит, и все. Он любит, что хочет и кого хочет, но использует свою контролируемую глупость, чтобы не заботиться об этом. Это противоположно тому, что ты делаешь теперь. Любить людей или быть ими любимым – это далеко не все, что можно делать как человек. Наша судьба как людей – учиться. И идти к знанию следует так же, как идти на войну. К знанию или на войну идут с уважением, с осознанием того, что идут на войну, и с абсолютной уверенностью в себе. Вложи свою веру в себя, а не в меня. В жизни человека знания все наполнено до краев. Для того, чтобы стать человеком знания, надо быть воином, а не хныкающим ребенком. Если ты не думаешь о своей смерти, то вся твоя жизнь будет только личным хаосом. Люди или побеждают, или терпят поражение. И в зависимости от этого они становятся преследователями или жертвами. Пока кто-то думает, что он был жертвой, его жизнь будет адом. То, что делает нас несчастными, это земные желания.